То есть это всемирный бег мира. Проходит он уже много лет. Мы в основном каждые 2 года пробегаем по нашим землям, по российским. Вообще зажигаются факела в Нью-Йорке и по континентам разводятся. В Австралии бегут, в Америке бегут, в Англии, потом в Германии, в Европе. Вот и у нас бегут тоже. У нас раньше по-разному ветки были, теперь у нас 5 веток. Вот наша ветка бежит в Владивосток, Красноярск. Еще ветки там бегут с Москвы, потом из Сочи бежит, еще там какие-то ветки, они в Томске соединяются. Ну, мы бегаем для чего? Мы бегаем в основном для мира, для, чтобы наше поколение молодое занималось спортом, бегом, любым видом спорта. Вот. И вот этот факел несем, который держали знаменитые наши спортсмены, всякие там, и президенты держали, сила в нем. То есть мы, когда забегаем в какую-то деревню, собираем всех ребят, там, передаем этот факел, чтобы они желания загадывали, чтобы они о мире думали, чтобы была дружба у нас, всех народов, и не было войны. Вот для этого мы бегаем. Петр Александрович, а вы сами какой год уже этим занимаетесь? Я в 2012 году бежал, но я бежал, по Иркутской области. Угу. Вот, в 2014 году я решил пробежаться побольше, пошел в отпуск с работы. И бежал я от границы Бурятии, получается, через всю Бурятию. И я сам с Иркутска. Угу. В Иркутск прибегаю, мне 30-го уже на работу, так можно дальше бежал. Ну, то есть не обязательно вот от начальной точки до конечной. Не обязательно. У нас получается как человек. Да, у нас человек бежит, например, он работает сутки через трое, всякое. Он узнает маршрут. Потому что это же сайт выкладывается в интернете, везде эти данные все. Там все расписано, где мы ночуем, где до какого города забегаем, до какой деревни, и все. Вся администрация знает, ГАИ тоже знает, все сопровождает. Ну, не везде, конечно, сопровождает, но бывает не сопровождает ГАИ. Вообще вот отношения, когда вы проезжаете, ну, и администрация, и просто население. Вообще очень теплое, потому что мы, администрация всегда собирает и ребятишек там, или говорит, мы вот прибегаем, например, к вечеру, вот сейчас прибежим, где есть там какие-нибудь лагеря, типа пионерские, да, мы туда сразу быстренько поели, и туда флаги вытаскиваем, и туда приходим, всех ребят поднимаем, рассказываем всю историю, как факела зажигается, что такое вообще. А по дороге не бывает никаких неприятных ситуаций? Ну, в принципе, нет. А что нас приветствует? Мы вот бежим, например, с факелом бежим, машем, все. Даже люди останавливаются, спрашивают, куда бежите, чего, как мы рассказываем. С Владивостока типа бежим вот до Красноярска. Классно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Извините, что оторвали вас. Да ничего.